Приветствую, друзья, с вами Артур. Сегодня у нас такой кратенький обзорчик термоштампа. На английском языке он называется Nanometer Electric Micro Needleless Machine. По-нашему называют дермоштамп. В комплекте у нас вот такая вот инструкция. То есть на каких участках тела, на какую глубину надо настраивать. В общем, это целая наука. То есть... Кто будет это делать, желательно в интернете ознакомьтесь, как правильно это все делать. В комплекте идет у нас 3 насадочки на 36 иголок, на 12 иголок и наноиголки. Здесь целая вот такая вот большая матрица. Там 36 вот таких вот и 12, то есть они реже расположены. Иголки на концах очень-очень тоненькие. Процедура почти безболезненная. Идет USB-шнурочек и само устройство. У нас на тыльной стороне имеется разъем для зарядки. Кабель micro USB на USB. Заряжаете от любой USB зарядки, либо от любого USB разъема. Это у нас фирма Pelcas. Здесь у нас скручивается насадка, и я не знаю, насколько вам детально видно, там 4 светодиода, 2 красных, 2 синих. Здесь у нас регулируется глубина проникновения иголки в кожу. Устройство для убирания рубцов, шрамов, прочих дефектов старой кожи. То есть, обрабатывая кожу вот такими вот проникновениями иголками, со временем эти шрамы должны убраться. Ну, заявлено так производителями, я никогда такими устройствами не пользовался. То есть для включения у нас зажимаются обе кнопки и сразу переходит в самый слабенький режим, синий. Нажимаем еще один раз зеленый, средний и красный, максимальное число вот таких вот проникающих движений иголок в кожу. Вот этой вот кнопкой мы выбираем подсветку, либо синяя, либо красная, либо выключить. Давайте, друзья, я... Здесь у нас все картриджи запакованы, я в предыдущем видео показывал аналогичный, только без подсветки. Привезли из Германии две разные модельки и коробку еще со сменными насадками. Давайте я вкручу одну и посмотрим, как работает подсветка. Тут минимум сделаем, да? Это, наверное, нужно более в темноте. У нас здесь сейчас очень много освещения стоит, чтобы на камеру было видно. Не знаю, передает она. Я не хочу что-то подставлять, так как насадки новые. Ну, так вот оно выключается. В общем, в интернете полно видео есть, как правильно пользоваться, на каких участках, на какую глубину проникновения иголок желательно выставлять, сколько секунд либо минут надо обрабатывать определенные участки. Я в этом не эксперт, мы занимаемся привозом с Германии, с этой зимы уже и с Америки, разных товаров, там, скажем, дешевле находим, чтобы вам цена здесь была более приятнее, чем на рынке. С вас лайк, всего наилучшего, с вами был Артур, пока. Также у нас отдельно будут в продаже еще смены эти картриджи для них. Всего наилучшего.